Добрый день, уважаемые докторанты! Сегодня мы с вами рассмотрим тему месторождения драгоценных и подделочных камней Казахстана. По дисциплине месторождения твердых полезных ископаемых Казахстана, по общеобразовательной программе 8D07201, геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Автором является Исатаева Фарида Муратовна, Молсумбаева А.Д., Мадишева Р.К. и Байдулитова И.В. Ознакомимся сегодня с месторождениями драгоценных и подделочных камней Казахстана. Алмазы. Ну, как данный камень, как вы знаете, в представлении не нуждается. В настоящее время в Казахстане есть около 50 месторождений и рудопроявлений алмазов по всей территории страны. В основном алмазы расположены около города Кокшетау и Шуйлийских гор. Большинство из найденных алмазов технические, но есть и ювелирные, почти все в Кокшетауском массиве. Так скажем, алмазы это являются последним неприкосновенным запасом Казахстана и будут отдавать в недропользование после. А Кумды-Кольское месторождение технических алмазов, оно находится в северном Казахстане в 25 километрах к юго-западу от города Кокшетау. В геологическом отношении месторождение расположено в составе Кокшетауского метаморфического комплекса, содержащего породы высоких и сверхвысоких давлений. Это единственное в мире месторождение алмазов метаморфогенного типа. В отличие от других алмазных месторождений, формирование его не связано с кимберлитовым магматизмом. Алмазы Кумды-Кольского месторождения образовались при окружении углеродосодержащих осадочных пород в мантию до глубины 150-200 км, где в результате роста давления графит переходит в алмаз. Месторождение содержит огромные запасы алмазов, но все они очень мелкие и представляют интерес только для производства абразивных изделий. Рубин. Рубин – это минерал разновидность коронда, как правило, разных оттенков красного цвета. Относится к драгоценным камням. В Казахстане встречается редко, до сих пор найден в приемлемых для добычи количествах только в Дельбегитейском участке в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области. Берил. Берилы – это изумруд, аквамарин, благородный берил, минерал, состоящий из оксидов бериллия, алюминия и силикатов. Относится к драгоценным камням. В Казахстане встречаются три разновидности – изумруд, аквамарин, благородный берил. Изумруду и аквамарину встречаются, как и рубины, только в Бегетайском участке в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, причем добыча их велась еще тысячи лет назад. Благородные берилы распространены шире, месторождения Акшетау, Кент, Ортау и Караубах в Карагандинской области, Белогорское и Бакенское месторождения Восточно-Казахстанской области. Аметист. Аметист – это разновидность кварца фиолетового цвета. Цвет аметиста обусловлен структурной примесью железа. Считается драгоценным камнем второго уровня. Цветовая гамма варьируется от цвета сиреневого до темно-фиолетового, почти черного, бывает прозрачным или полупрозрачным. Минералу свойственен стеклянный блеск. Месторождение Майское, возле города Семипалатинск, Каратюбе гора,
40 километров к югу от города Каражал, кварцево-жильное поле с аммонитовой минерализацией, каштинистское месторождение при Балхашле. Малахит. Малахит – это минерал, основной карбонат меди, относится к полудрагоценным и подделочным камням. Как правило, различных оттенков зеленого цвета и с концентрическим рисунком встречается на всех медных месторождениях. Это Чукпакское, Конрадское, Саякское, Шатыркольское, Жезказганское. Особенно ценится малахит с Чукпакского месторождения в Баянаульском районе Павлодарской области. Малахит Чукпакского месторождения имеет преимущественно радиальное лучистое строение. В меньших количествах встречается параллельно волокнисто-ленточная разновидность. Рисунок, как правило, четкий и часто концентрически зональный. Цвет малахита преимущественно темный, травянисто-зеленый и реже изумрудно-зеленый. Правда, не очень хорошо обрабатывается из-за пор и хрупкости. Гематит кровавик. Это оксид железа, относится к подделочным камням, как правило, черного цвета, похож на запекшуюся кровь. После полировки блестит. Встречается на месторождениях Западный Каражал, Большой Китай, в Карагандинской области и на месторождении Кишкин-Мусон в Жамбылской области. Сегодня мы с вами рассмотрели месторождение драгоценных камней. Ребята, спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.